Физика, доступная усім. У картинной галереи Гаурила Ващенки открылась выстава «Экспериментус». Авторы незвычайного интерактивного проекта, группа инженеров и программистов из Минска. На протягу нескольких годов они створали разностайные прилады, как переконать любого, наука может быть цікавой. Выстава «Экспериментус» – это несколько десятков экспонатов, которые наглядно демонстрируют разные законы физики, природные з'яви и оптичные иллюзии. Причем их одноведвальников под шкло никто не хавая, а наоборот, дозволяют и навод пропануют кранать руками. Например, с допомогой рычага Архимеда все жадающие с легкостью снимут тяжкую гиру, проверить на практике теорему Пифагора, запустить маятник, каб упевниться, что Земля сапраўды круглая. А еще тут можно увидеть на власные очи, как проводится электрический ток и скласти пазл с муляжов человеческих органов. Гостям так само пропонуют опынуться у королевстве кривых люстерков и значно измениться у росте, дякуючи оптичной иллюзии.